Привет, дорогие друзья! Радостно сообщаю вам, что 18 августа в 10 утра на моем основном YouTube-канале Сергей Шевелев будет стрим. Буду дегустировать огромное количество чая в режиме онлайн вместе с вами. Да, время такое весьма нестандартное, 10 утра, многие на работе, но, возможно, кому-то будет удобно. Может быть, у кого-то это выходное, может, кто-то посмотрит в записи этот стрим, но так или иначе, в общем, он будет. И будет найти достаточно долго, потому что у меня огромное количество пробников самого разного чая в запасе. Пить это все одному дома невозможно, делать какие-то массовые встречи. Кстати, микроанонс, у нас сейчас наконец-то начинает работать чайный клуб на Дмитровке, но пока мы массовые встречи все-таки решили не делать, возможно, чуть-чуть попозже еще подождем, посмотрим, как оно чего, и организуемся с этим делом. Но пока решили собраться онлайн, вот, буду всех рассказывать про чай, хотел сказать, всех угощать, виртуально угощать буду чаем, буду, значит, отвечать на ваши вопросы, как всегда, пообщаемся вживую. Вживую, онлайн пообщаемся. А с кем-то, кстати, может быть, даже вживую. Вот, 10 утра, 18 августа. Всем пока, до встречи онлайн на моем YouTube-канале.